Всем привет, ребят! Вы на канале Бутербродница. И сегодня будет королевская битва. Вы не представляете себе, прикиньте, да? Вот эти дела. Вот, напоминаю, ребят, что до Atomic Art осталось 11 дней. Через 11 дней появится полное прохождение на канале. Не забываем, что на Твиче проходят каждый день стримы. Все ссылки в описании есть. Переходим, подписываемся. Ну и, соответственно, подписываемся на YouTube и пишем свои прекрасные комментарии. А сейчас смотрим. Приятного просмотра, ребят. Как мне нравятся вот эти вот подлаги в самом начале. Когда FPS просто на ноль проседает, да? Прекрасно вообще. О! Здесь контракт охоты. Я вот до туда думаю, полечу. Повторюсь, ребят, я думаю, вы сейчас, наверное, предельно удивлены, да, что вы видите тут самолет, соло. Да еще и в моем исполнении. Это просто какое-то нереальное совпадение, да? Я вот что-то посидел, подумал. Думаю, а дай-ка я зайду в солянку и посмотрю, что здесь вообще происходит. Возможно ли тут? А хоть, да хоть что тут возможно. Но я думаю... Мне кажется, что этот ролик не попадет в свет. Его люди не увидят, а увидят лишь какие-нибудь нарезочки, обрезочки там. С глупыми смертями или еще что-то. Я думаю, меня сейчас тут быстро приберут. О, уже боец. О, у меня нет патрон. Блять. А как тут? А, вот так тут на второй этаж надо. Я так понимаю, этот же цель-то на убийство же, это же на пацанов. А где патроны вообще все? Забирай. Цели для ликвидации опознаны. Уничтожьте их. О, только он прям рядышком. Так, это ППХ, это эмочка. Ну и куда он? А, он на поезде, сволочь. Он на поезде, представляете? Даже тут начинает лутать поезд. Но я думаю, я в машину и за ним поеду. А что мне терять? А нечего. Так что просто прыгаем и едем. А вы видите слева, как вот показано, кого надо убить и как это беспонтово написано. Справа, кстати, кто-то окно разбил. Прям ужасно. А вот точка здесь, смотрите, цели, работает намного лучше, чем ДМЗ. Она прям как бы, ну, двигается. И при том, что она нормально двигается. Я думаю, я сейчас полгода его буду догонять. И меня снимет, скорее всего, какой-нибудь снайпер. А, ну... Все цели ликвидированы. Отлично. Блять, понятно. Здесь контракт охота. Его ликвидировали. Поехали обратно тогда. Но я, в принципе, не сомневался, что так оно, ну, должно получиться. Вот здесь люди есть. О, 3000. Вот здесь есть магазин. Здесь трофей. Я уже могу купить свое оружие. Тут же вроде 2,5 они сделали, настроили. Вот тут еще были люди, бегали. Это... Блять, нихуя, он в кузове сидит. Тихо. Вот так, давай сделаем. Вставляй броню. Ну я его слышу. Вы теряете позиции. Гули. Блять, еще тачка. Координаты отмечены на вашей карте. Ну а вот этот прям профессиональный крис. Куда ты, ебать? Нихуя себе, подсумок принес, слушай. Вот это нормально. Так, вставляем броню. Еще броню. Интересно, это тот, который меня бил? Ну, стрелял. Не, это мы оставим. Мы это оставим, мы вот это оставим. Оп!
Погнали. Здесь контракт охота. За заданием. О, патрончики. Ну вот химера. Бля, мне кажется, я вот зря ее взял. Вот прям очень зря. Она прям сыграет злую шутку со мной. Слушай, а вот тут можно ресики посмотреть, да? Ага, тут уже залутали все, да? Конечно. Нет. Шприц оставили. Ёп. О, блядь, приезд. А чё это так? Ты чё, долбай? Что ли, так не попасть в меня? Ебать, какая залупа эта химера вообще? Здесь контракт охота. О, блядь! Иду. Блядь, а чё у вас так дохуя здесь? Отмечаю группу целей. Ликвидируйте их всех. Поделитесь средним калибром. Блять, где еще один? Мне нужен срочно магаз. Мне надо до него добраться. Блять, попробую забрать машину пойти. Мне кажется, это не тот был, который здесь крысил. Здесь еще один должен быть. На машине 100% меня убьет. Блять, давай рискнем. Вот так вот, аккуратненько, давай. О, вдоль дома. 5000. Нам надо, блять, надо взять свое оружие и спокойно идти. Вот это вот, РПК, вот это вот дичь, это какой-то вообще, это, бля, это пиздец. Химеры это ужасное. Чтобы никто не нокнул, если что. Феник. Мой, да? И что, М-ку взять? Бля, надеюсь, моя М-ка стоит. Вроде да. А вот теперь можно ехать и за этим типом. О, блядь. Тихо. Ну давай, блядь, да повернись ты. Нихуя, где цель? Посылка с комплектом уже в пути. Опа. Комплектчики какие, да? Ну, конечно, не у меня. А этот типок где? Он так и будет здесь сидеть, или он уже свалил куда-нибудь? Мне кажется, наверное, он убежал. Поехали в зону. Тачка беспонтовая, ненавижу. Заносит ее вот. Good luck. Надо найти, кстати, good luck. Блядь, ты чё? Осторожно, газ приближается. Блядь, я хуй знает, пацан. Блядь, он ёбнутый, это что? Что это было? Ебать, меня убить сейчас можно было, просто это... Сейчас, как говорится, как скажет сейчас Антонио, это все купленные актеры. А нахуй он под сумок с собой таскает второй.
Блять, я не понимаю, пацаны, что происходит? Здесь ботов добавили? Или здесь одни толяны остались? Ну, в смысле, с утра здесь играют только толяны, там, Петровичи и все такое. Ну, потому что это что-то прям... Ну, вот эти два типа, это они максимальные долбоебы. Ну, такого быть не должно вообще никак. Очень странно. Я думаю, ребят, вам нужно это... писать комментарии по этому поводу. Что вы думаете? А, ну сейчас умельцы, умники найдутся такие. Да вот, у тебя же КД просто говно, поэтому ты играешь с говном. Вот, поэтому так и работает. Ой, еще шутку про говно, слушай, смотри. Сгенерировали. Прекрасно. Извиняюсь, если там у вас кого-то будет подбешивать звук Дискорда. Я ничего не могу сделать. В Дискорде просто люди общаются, пишут, разговаривают. Бля, я того не залутал, у него могли быть деньги. Я мог купить бэпку. Опа, нихуя, сейчас пинг лаганул. Охуеть как. Так, Дискорд, походу, надо выключать. Там что-то какая-то дискуссия намечается, я так понимаю. Магазинчик. Район под контролем. Сейчас, ребята, я секунду вырублю дискордик. Все, дискорд я выключил. Надо будет это только подрезать все. А, не тут подъем, вот тут подъем же, да? Где-то спереди есть типы. Блять, охуеть, вот он. Блять, где-то рюкзаки набрали большие. Облако газа движется. Обнаружена новая безопасная зона. Слушай, это не моя М-ка. Тут М-ка на 30 патронов. У меня, блять, была М-ка больше. Кого он стрелял? А что у него за оружие? Лахман. А, ну это МП5, да? На 50 патриков. Да не, я лучше феник оставлю. Так, там. А куда идти? Нихуя себе мне куда бежать. Машина отмечена. Блять, рискну на тачке. Вот на этой дырявой. Прям вот, блять, не приняли бы меня на ней сейчас только. И я думаю сыграть через гору. В гору надо заехать. О, ебать, зона пошла. А что так быстро-то? Слушай, давно я в КБшке не играл. Не заходил. Какой-то, блять. А, тут гора, вот она, я уже на горе, слушай. Твердушка есть. Но я думаю, гора тут забита сейчас пацанами, крысами всякими. Они тут прям сидят такие. О, чё, кому? Давай дождемся, кто сейчас будет ехать мимо нас, мы его застрелим. Вот, вертушка тут разбитая сидит. Сейчас меня начнут обстреливать. Прям вот, бля, буду. Вон еще вертушка стоит. Здесь, вон, летает вертушка. О, тут вот на этих башнях по-любому люди где-то сейчас сидят. Они друг на друга просто смотрят. Давай, кто кого нокнет, потом будем поднимать друг друга. Ну как, ну типа, ну они вообще в соло, такого, я думаю, нету. Я типа машину выкинул такой. Я, конечно, тоже хочу туда залезть. А что вертушка зависшая там? И вот это что сейчас за вертушка была? Ладно, хуй с ним, я залезу сейчас на эту крышу. У меня снайперки, конечно, нету, но мы зато узнаем, куда нам на парашюте надо будет улететь. Скорее всего, вот сюда, вот в эту хуйню какую-нибудь дурацкую. И будет оно вот такое. Щамба-люмба. Думба-люмба. Вызываю огонь! Цель отмечена! Помогу там пацанам. Минометы отработали.
Минометы отработали! Подтверждаю! И тут меня любой долбоеб снимет прям. Максимально, вообще любой. Ну, мне тут без вариантов, я тут жду зону просто, как бы. Я типа сейчас тактически хочу отыграть. И в комментариях такие: фу, крыса. Мы знали, что ты такой, блядь. А я такой: нет, это тактическая игра. Ну, короче, вы поняли, пацаны, да, о чем идет речь? Бля, слушай, не... а что-то снайперку, наверное, надо было. Вон, побежал, да? Противник отмечен. Он там с кем-то, да, хуярится? Вон еще один, да? Ну вот, под нами. Это на меня, блядь? А чё звук какой-то странный? Фу, тыщ-тыщ. Фу, тыщ-тыщ. Блядь, что за вертушка вот эта вот? Это... Боты тут тоже есть, что ли? Или чё? Чё она какая-то затупанская? Подтупливает что-то, смотри, зависает. Или пацан развлекается? Ну, как я вот и думал, да, вот на этой хуйне надо. Блять, давай рискнем. О-о-о, нихуя там стреляются, да? Ну-ка, нету никого там. Прошу поддержку с воздуха, цель отмечена. Это Феникс 20. Ради прикола. Ждите удара. Ну да, это пацан на вертушке. Он смотрит, кто куда полетит сейчас, что ли? Он, нахуй он кружит, я что-то ничего не понимаю. А сейчас по-любому, сейчас ГУЛАГ закроется, короче, пацаны, и такие: ГУЛАГ закрыт, и первый шот, ебать, мне прям в ебальник залетит, и все. Мне вон в спину только что настреливали. Откуда мне стреляли, блядь, на ту... Чего? Я тебя видел, блядь. Бля, пиздец, мне реально здесь снайперка нужна была. Пойти у этого дурака отобрать снайперку? Я себе, да? А тут клетка, блядь, оказывается. Все, он убежал? Ебать, куда он делся? Ебать, сейчас кто-нибудь со стороны увидит и просто меня въебет. Ой, блядь, нихуя я напугался сейчас. Там кого-то резали сейчас, шприц он что-то там принимал. Что это такое вообще было? Вы сейчас, наверное, еще звук телефона слышали, да? Ай-яй-яй. Блять, что происходит? Бой завершен. Теперь это город-призрак. Он резнулся? А, ну вот, кстати. Блять, еще машина. Он поднялся 100%, этот придурок. Да, блядь. Блядь, пацан, стой возле окна. Противник начинает высадку. Ты явно можешь лучше. Блядь, кто-то высадку начинает, а у меня брони нету нихера. Имран какой-то. Как он здесь? А, вот она, блядь. Где ты тут? Где ты, мертвый? О, точка. Так, давай мы дверь прикроем. Ну-ка, Виктус, да?
Блять, он его где-то нашел. Ну, нет, я, наверное, не буду это обменивать на Виктуса. Броню мы заберем здесь. Вот это все мы соберем. Здесь кто-то еще высаживался. Ну, мы, я думаю, здесь останемся пока. Над нами их БПЛА. Бэпку дали. А у меня перков нету, я свечусь. Слушай, а что, 15 человек осталось, да? Нихера себе, да? Опа. А здесь есть что-нибудь? Блять! Залутайся. Вам угрожает газ. Безопасная зона переместилась. Прямо у меня здесь чувачок есть, да? Цель отмечена! Вызываю огонь! Принято. Феникс 2-3 на курсе. Ждите удара. Слушай, а им ко мне идти всем? Я так понимаю. Отработал. Все мимо. Сейчас ответственный момент на получается, да? Осторожно, газ приближается. Максимально ответственный момент. Что там, 11 человек, надо понять. Осталось еще 10. Где с какой целью вылезет, да? Блять, там еще тип есть. Блять, добить надо. Блять, а мне же противогаза-то нету. Облако газа приближается. Идите в новую безопасную зону. В воде зона? Вы угораете? Осталось 5. Вон там по-любому все сидят. А вот тут никто не лежит, блядь. Блядь, давай на сторону лодки, нахуй. Ну это... Ну это пиздец ебанутая хуйня. Близко. Прошу поддержку с воздуха. Цель отмечена. Вас понял. Феникс 2-3 в районе. Ждите удара. Блять, вон наверху есть. Без результата. Так, он добил кого-то, да? Блять, я застрял, пиздец. Они вызвали точечный авиаудар. Ищите укрытие. Облако газа движется. Обнаружена новая безопасная зона. А как в него попадать, блядь? Я не могу в него попасть. Газ приближается. Ебучий щит. Ну вот как я и говорил, что... Выжили только пятеро. Блядь, ну... Ну, в принципе, знаете, третье место. Я, в принципе, был уверен, что я в конце как раз натуплю, ебать. Но я, в принципе, натупил. С зоной мне максимально не повезло. А сколько я убил пацанов-то? Вызвать табло. А, ну 9 пацанов я забрал. 9 пацанов. Я считаю это офигенно, при том, что я уже давным-давно не играл в это. Так что, ребят... Всем спасибо, кто досмотрел ролик до конца. Не забываем подписываться на канал, ставить свой жирный, прекрасный лайк. И переходить на Twitch, Discord. На Twitch всегда идут у нас стримы. Не забываем об этом, ребят. А в Discord вы всегда найдете с кем поиграть. И будете в курсе, когда выходит ролик на YouTube, а стрим на Twitch. Так что всем спасибо, ребят. Всем хорошего настроения. И до следующего ролика. Пока-пока.